Прислониха Корсунского района – село известное. Его непременно проезжают путники, следующие в Саранск и соседние населенные пункты. Но, пожалуй, мировую известность селу подарил его уроженец – народный художник СССР Аркадий Пластов. В этом году у поселения юбилей – 350 лет. Праздновать его будут несколько дней – с 3 по 5 сентября. Подготовку обсуждали во время визита в село главы региона. Значит, те родники, которые были обозначены, 5 штук, мы их сегодня все подходы сделали, очистили. Один родник сделали за 100 тысяч на Николая Толстого полностью с ограждением, с навесом и с настилом. Кроме родников, привели в порядок дороги на центральных улицах, установили 15 уличных фонарей, убрались на кладбище и на берегу местного пруда. Среди культурных мероприятий – Центральная международная ассамблея художников «Пластовская осень». Проходит она ежегодно. На пленэр Прислониху приедут сотни художников из России и зарубежья. Также на родине художника откроют новый музей крестьянского быта. Он располагается в доме няни семьи Пластовых Екатерины Шарымовой. Так называемый дом няни Кати. Женщина, которая жила в семье Пластовых долгие-долгие годы, более 50 лет. Это дом ее матери. Мать очень часто Пластов и писала, и рисовала, и она на многих его картинах. Мы, значит, здесь эти картины представили. Это был такой вот, она очень прожила долгую жизнь. Это, собственно, вот такой вот античный крестьянский дом. Будет что посмотреть и туристам. Для жителей и гостей региона разработан туристический маршрут «Дворянин на Волге», который получил статус национального. Маршрут проходит по Ульяновску и Прислонихе. Анна Тищенко, Улправда ТВ.